Здравствуйте и добро пожаловать в Тулу на стадион «Арсенал». Здесь пройдет встреча 9-го тура МЛБ первой лиги. «Арсенал» принимает подмосковные «Химки». Пошел обратный отчет, и мы начинаем. Меня зовут Игорь Катманов. «Арсенал» против «Химок». 9-й тур МЛБ первая лига. Лучшая лига мира. В воротах у «Арсенала» под 80-м номером Никита Кокарев. Подача в штрафную площадь. Подбор за «Арсеналом». Чем завершится эта атака? Забегание, передача низом. Будет ли удар в итоге поворотом? Пока вот такой удар, рикошет. И успевает голкипер, но с трудом отбивает мяч Обухов. Очень непростой момент был для вратаря химчан. Посмотрите, он уже туда сделал движение. В правую сторону. А надо было через все ворота перемещаться к противоположной левой штанге. После этого неприятнейшего рикошета и сумел сориентироваться. И повезло еще здесь «Химкам», что мяч не так сильно в ворота летел. Передача на Коряна. Справа есть вариант. Корян избрал еще хитрее. И вот так вот. Проникновение в штрафную площадь Буты Магомедова. Ну а дальше все удачно заканчивается для «Химок» и неудачно для тульского «Арсенала». Врывается в свободную зону, не реализует свой шанс Магомедов. Ну а дальше нарушение правил на Берковском. И пенальти назначает арбитр Хетхасонов. У мяча, именно на нем сейчас лежит ответственность за этот 11-метровый, который может не просто вывести «Химки» вперед, но и как-то поменять стилистику игры. И точен! Гол! Забивает Хетхасонов. Ну и здесь такой удар, конечно, Никита Кокарев был отразить не в силах, несмотря на то, что, в общем-то, направление удара он угадал. Обидный мяч пропускает «Арсенал». «Химки» пытаются быстро выйти из обороны, и это сделать получается. Здесь, может быть, было положение вне игры. Ну и посмотрите, какой супер шанс упускают химчане. Сейчас мы посмотрим на эту атаку. Вот момент передачи. Похоже, не было офсайда. Не было офсайда у Буты Магомедова. Должен был он разбираться. Выходит из ворот Кокарев, перекидывает Магомедов. Но немножко не хватит. Мяч чуть подпрыгнул, кстати, в последний момент. Может быть, и это. Перевод на левый фланг. Здесь подбор за Хасоновым. И мяч прилетает к Яковлеву. Яковлев, штрафной удар. Штанга и гол! Нет, отменяется взятие ворот. Положение вне игры. Это действительно офсайд. Без претензий к столичному арбитру. Конечно же, Яковлев находился в положении вне игры. Акаронкова ставит корпус. Акаронкова выигрывает позицию. Акаронкова штрафной. И бьет нижний угол Акаронкова. А может быть, до этого был вариант сделать передачу. Ну вот, да. Акаронко сам решил пробить, а замена действительно произошла у Туликов, потому что на поле появился Карим Гераев под 9-м номером. Степанов, он уже в штрафной площади. Удар! И счет становится 2-0. Пожалуй, это все. Наверное, да. Остается очень мало времени. Сохранил мяч Панченко. Ну, а потом идеально Степанов выкатывает мяч под удар. Ну, здесь, конечно, отметим предголевую передачу Панченко. Степанов идеально на второй темп. И там уже возле линии штрафной площади никто не накрывал. Длинный перевод на Панченко. Выигрывает тот верховую борьбу. В штрафной площади Аветисян. И какой момент. Сам же эту атаку и начал. Сам же просил передачу. Идеальная ситуация для Панченко. Ну, вышло уже и компенсированное время. К сожалению, для «Арсенала». И, к счастью, для «Химок», который одерживает победу. Со счетом 2-0 на выезде. Хасонов с пенальти на 27-й минуте. Исаенко на 84-й минуте уже с игры. Важнейшая победа для
команда Андрея Талалаева, которая перемещает Химки, верхнюю часть турнирной таблицы.